college russian today i have a special guest a fellow youtuber from the channel learn russian his name is stanislav he'll tell you a little bit more about himself i've talked about him before in previous videos he has a this day in Russian history video series that I love using for my advanced students. Um, and he is coming out with some really great materials over on his channel. So, in today's video, we're going to have a little conversation back and forth about the topic. Moy rad and I will be modeling for you, because I know many of you, you'll you'll hear Russians on the street and you wanna to talk to them, but you're scared and you're you're thinking, but what if they say something I don't understand? How will I answer? So I wanna model for you today how you can ask very simple questions and still have a meaningful interaction with a native, even if you didn't understand every single thing they said. So this is based on a unit from my online course that's talking about cities, how do you feel about where you lived, um, where do you live now, what are the things you like in your city, etc. And you'll see me and Stanislav talking about this. First of all, Stanislav, расскажите немного о себе по-английски или по-русски, как хотите. По -русски? No, да, отлично. Uh, меня зовут Станислав. Станислав Чернышов. И я родился в Ленинграде. И 20 лет жил в Ленинграде, а потом в Санкт-Петербурге. Это один город, но сначала это был Ленинград, а потом Санкт-Петербург. И я учился в университете, сначала в Ленинградском, а потом в Петербургском. И потом 30 лет я работаю преподавателем, и я преподаю русский язык иностранцам. Написал несколько книг, поехали. 20 лет у меня была школа для иностранных студентов в Санкт-Петербурге, школа русского языка. Было много студентов из Европы, из Америки, из Австралии, Исландии, разных стран. И Сейчас я э, живу э, в Австрии, в Граце, и работаю в университете, и э, делаю новые проекты для студентов. Последний проект Active Russian Grammar – это онлайн-платформа, где можно изучать русскую грамматику. И я организую курсы для студентов в Риге. Рига – это город в Европе на Балтике, на море. И это столица Латвии. И сейчас я организую курсы русского языка для студентов в Риге. Это новый проект. Как говорят в России, сейчас это релокация. Когда человек раньше работал в России, а сейчас работает в другой стране, это новое. Модное слово в России – релокация. Mm -hmm, да. И, кстати, у нас потом будет видео об этой школе и какая у них типичная неделя в этой школе yeah. в Риге. Я думаю, что многим будет интересно, потому что у меня много студентов и ученики, которые хотят учиться русскому где-нибудь за границей. Так. Итак. В Риге, я думаю... 50% говорят э, по-русски и по-латышски, и другие 50% по-латышски и по-русски. Mm -hmm. да? И я, и мои студенты, мы говорим по-русски э, на улице, в ресторане, в такси, в магазине. На 90% это работает везде. Так, супер. Да, вот да. это очень полезно знать, потому что... Да, никто не знает, как сейчас относится к русскому языку в странах бывших, ну, бывших странах республика Советского Союза, и поэтому это очень полезно знать. Но даже музыканты на улице вечером играют песни э, российских групп на русском языке. Это так интересно. Мы гуляем со студентами вечером в центре, и э, музыканты на улице играют районы, кварталы, mm -mm. Вот, старые хиты э, российских рок-групп. Ну вот, супер. Хорошо. И вы можете э, потом посмотреть еще у нас будет еще, кроме этого видео, еще будет два видео, то есть вы вы можете узнать больше об этой программе и, конечно, я оставлю ссылку в описании внизу, э, чтобы они могли узнать больше о вашей школе и о ваших э, книгах. Так, спасибо, а, спасибо. вот хорошо. Вот у нас такая тема наш наши с вами родные города. Вот mm -hmm. скажите, то есть вы сказали, что вы родились в Ленинграде и, конечно, потом жили в Петербурге, mm -hmm. но не переехали, это не другой город. А, расскажите немного о вашем родном городе, если люди не знают, где Санкт-Петербург находится. Где он находится в России? Да, Санкт-Петербург находится. На северо-западе России. Я думаю, это трудно, может быть, для американцев, но я знаю километры, я плохо понимаю мили. Может быть, вы поможете. Это 200 километров от границы Финляндии и 150 километров от границы Эстонии. Uh -huh. Значит, совсем недалеко страны е Евросоюза, uh -huh. евро другие европейские страны. Uh -huh. И Санкт-Петербург ⁇ это город молодой. Его построил э, император Петр I, э, специально как э, европейский русский город. Uh -huh. Новую столицу. Для новой европейской России, потому угу. что он был реформатор и, как говорят, вестернизатор. Угу. Так да? и поэтому Санкт-Петербург очень похож на немного на Амстердам, на Париж, на Вену, угу. на большие столицы Европы угу. это такая типичная столица Европейской империи можно сказать uh -huh. там и да, да. там архитектура очень европейская даже это даже не кажется русской архитектурой это даже более европейская архитектура да а, это правда да и это далеко от моря uh, нет это город на море там есть большая река Нева да вот на фото uh -huh. uh, это большая река Нева и она идет в Балтийское море Mm. Значит, есть порт в Санкт-Петербурге и есть большой завод, который строит корабли. Mm. То, До корабли сих пор есть в Петербурге, да, да. Mm -hmm. да, прямо в городе, практически в центре. И Петр Первый строил его как порт. Он mm -hmm. очень любил флот, корабли. Он сам ездил в Нидерланды. И строил корабль в Амстердаме, Своими руками, чтобы да. учиться, как строить корабли. Да? И, значит, Санкт-Петербург – это город на море, это важно. Угу. Так. Но Санкт-Петербург – город молодой, ему только 300 лет, и поэтому много домов в одном стиле, например, угу. в стиле классицизм. Угу. Потому что город был очень богатый. Mm. И его строили очень быстро и с большими деньгами. Да, mm -hmm. Финансировали очень хорошо. Поэтому есть красивые архитектурные э, ансамбли. Mm -hmm. Вы сказали, что это, это был тогда, был э, богатый город. Вы считаете, что сейчас еще это богатый город? Сейчас наше богатство ⁇ это культура. Да, yeah. <laughs> но мы думаем, что деньги в Москве. Uh -huh. да, э, Санкт-Петербург потерял такую роль. Сейчас это э, ну, сейчас очень э, трагический период, я считаю, я uh -huh. думаю, да? Uh -huh. Но э, Санкт-Петербург был э, культурной столицей России. Uh -huh. И можно сказать, что это город комфортный, часто говорят, что это город европейский, и это не только архитектура. В Москве было много, и есть очень много очень богатых людей угу. и много угу. бедных людей. И угу. Я думаю, большая разница между ними. Угу. Санкт-Петербург это был, можно сказать, как Европа, город среднего класса. Интересно. Mm, Значит, ну, mm -hmm. я думаю, что я типичный средний класс, mm -hmm. не богатый и не бедный. Mm -hmm. И в Санкт-Петербурге я знаю много ну, кафе, ресторанов, куда я могу пойти и где цена э, для меня нормальная. <laughs> mm -hmm. В Москве э, я видел больше мест, где или недорого но плохо или хорошо, но слишком дорого. Так, как интересно. Вы сказали, что Санкт-Петербург на севере России. То есть скажите, как погода в Санкт-Петербурге? Честно говоря, не очень. Хорошо. Мы очень любим свой город. Я думаю, все в Петербурге большие патриоты города. И мы говорим, что если бы в Санкт-Петербурге был хороший климат, вы все жили бы в Санкт-Петербурге. Mm -hmm. А так только люди с сильным характером, да, или которые очень любят его. Потому что э, зимой э, для России это не очень холодно, но может быть минус 30, например. Uh -huh. Цельсия, да? uh -huh. И э, летом обычно не очень жарко, uh -huh. э, часто идет дождь, uh -huh. и погода меняется очень быстро, uh -huh. потому что uh -huh. это город на море, и uh -huh. очень часто сильный ветер. Uh -huh. э, Николай Гоголь, русский классик, э, который родился в Украине и много жил в Петербурге написал, что в Санкт-Петербурге ветер дует с четырех сторон. Да, это точно. Что невозможно, но он так чувствовал. И очень интересно, еще раз покажу последний раз, это фото в телефоне. Белая ночь. Эту фотографию я сделал в июне, в полночь, 00 ноль yeah. ноль это белые ночи uh -huh. значит город такой северный что в июне можно читать книгу на улице ночью uh -huh. да а я даже на моем канале мы даже uh, читали вместе вот эти стихи Пушкина где когда я в своей комнате своей читаю и пишу без лампады то есть мы значит, мы читали вот эти стихотворения но за все надо платить и зимой у нас очень короткий день. В декабре это, конечно, депрессивный город, можно сказать, потому что холодно, в ноябре дождь, в декабре снег, и в декабре день может быть только 5 часов. Ох, ужас. Да, значит, люди, которые работают, они просто никогда не видят солнце. Да. Месяц или два месяца. И это, это, это минус, конечно. Город. Да, чуть-чуть да, географии. Угу. Да? В городе есть река, несколько рек, угу. и много каналов, и много островов. И когда я студентам делал экскурсии в Санкт-Петербурге, я говорил, что это не просто город, это архипелаг можно mm. сказать, mm. потому что это э, 42 острова. А, как интересно. В дельте реки, да? Mm -hmm. 42 острова, поэтому, э, да, это э, как архипелаг, как Багамы, например, mm -hmm. Mm -hmm. только на севере. И холодно. Холодные богамы. Ага. А, вот и скажите, пожалуйста, что то есть вы сказали, что а, люди в Петербурге называются, по-моему, Петербуржцы, правда? Точно. Как они называют вот? Да, что да. они любят? Что они любят делать? А, что они любят в своем городе? А, я думаю, что все Петербуржцы очень любят свой город, угу. а, думают, что это лучший город в России, обязательно. Угу. Есть такой стереотип, что часто э, петербуржцы не очень любят Москву, угу. потому что это города конкуренты, угу. э, да. и э, раньше Петербург был столицей, а сейчас Москва столица и все деньги в Москве. Угу. И э, э, я думаю, что важный элемент менталитета это что э, петербуржцы думают, что мы Европа, да, мы русская Европа угу. или европейская Россия. Угу. Вот это такая интересная э, идентичность, можно сказать, в Петербурге, угу. да, что мы угу. с одной стороны, мы, конечно, э, россияне, и мы говорим по-русски, и мы чувствуем себя э, людьми русской культуры, но Европа открыта для нас, и мы думаем, что мы люди европейской культуры <говорит> тоже. Что Петербург <говорит> – это часть европейской цивилизации. <говорит> вот. Я думаю, что мы любим гулять очень. Типичный петербуржец любит литературу, музыку, искусство. Знаете такую классику и авангард? <говорит> да? Uh -huh. потому что в петербурге есть э, хорошая классическая традиция э, в каждом доме жил я не знаю э, гоголь достоевский чайковский uh -huh. или э, герои книг uh -huh. но есть много авангарда uh -huh. э, в ссср был э, э, очень важный феномен ленинградский рок-клуб много российских рок-групп больших вышли из ленинградского рок-клуба. Угу. Это было уникальное легальное место в СССР, где можно было играть рок-музыку. Хм, а, да, и такая, наверное, половина большой э, российской рок-сцены вышла из этого клуба. Из Ленинграда. Да, это была столица рока. Я не знаю, где да. Ну, наверное, как. Может быть, в 80-е Лос-Анджелес в Америке. Да, или, может быть, в Сиэтле, Гранж, в Сиэтле, да? То есть да, Сиэтл считается да. домом Гранжа. Вот Нирвана, вот, да. вот Pearl Jam и так далее, да. Вот, вот у нас это столица русского рока да, mm -hmm. была. И есть много авангардных художников, да, в общем, это очень важно. Культурная жизнь очень важна. Ну и есть еще стереотип, конечно, что э, в Петербург, э, Петербуржцы часто немного ненормальные э, 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 или депрессивные люди или странные люди просто mm -hmm. такие. Знаете, фрики, как сейчас уже говорят, <связывая> э, по-русски тоже это можно сказать такой русский Сан-Франциско. Ага, вот. А так. Окей, okay, хорошо. Тогда вы сказали, что вы сейчас живете в Австрии. И скажите, когда и почему вы переехали да? в Австрию? Потому что э -э 10 лет назад, когда Владимир Путин вернулся э, на пост президента. Э, у нас были большие демонстрации в России э, против фальсификации выборов, большие mm -hmm. демонстрации оппозиции. И э, тогда я понял, что политическая ситуация в стране будет хуже. И я понимал, что... Придет время, когда э, старая жизнь и работа будет больше невозможно. Поэтому mm -hmm. я думал, где я могу жить еще и продолжать преподавать, если будет хуже. Э, и шесть лет назад я параллельно начал работать в Австрии в университете в Граце, mm -hmm. а э, в феврале в двадцать году да, год назад э, началась война, и это был шок, конечно, для меня, для нас всех, и я э, переехал в Европу, угу. и сейчас здесь. Так, вот. Я последний раз был дома, э, в марте, в прошлом году, угу. в начале марта. Угу. И какой город... Это, это типичная история. Я думаю, очень много людей в России сделали так. Uh -huh, да. А какой город вы любите больше? Теперь ваш австрийский, европейский город, в котором вы сейчас живете, или свой родной город? Конечно, Санкт-Петербург. Uh -huh. Я очень люблю Санкт-Петербург, и я надеюсь что я вернусь. Угу. Да? Все меняется, вы знаете, как я сказал, я жил в СССР, и потом, когда мне было 20 лет, 21 год, советский период в истории закончился, диктатура закончилась, угу. началось новое, свободное время. Я видел это, и это сделало меня оптимистом, поэтому я надеюсь вернуться. Mm -hmm. И э, Град, я думаю, э, старый, красивый, комфортный город, но для меня маленький, слишком маленький, слишком mm -hmm. тихий mm -hmm. э, город, который почти всегда спит, можно сказать. Mm -hmm. Когда было Рождество. Мы с женой пошли гулять вечером в центр города, и там не было никого. А, Это был вот. культурный шок. И мы нашли uh -huh. один парк, который работал в 11 часов вечера. Это было очень странно для нас, потому что в Петербурге все работало 24 часа. Uh -huh, uh -huh. На Невском проспекте был книжный магазин, где ночью можно было купить новую книгу. Um, и uh, мне очень нравится Вена uh -huh. и нравится Рига, потому что, ну вот Вена и Рига, они чуть-чуть похожи на Санкт-Петербург. Uh -huh. Это uh, столицы, это города, где более активная жизнь и культурная жизнь, и есть туристы на улицах. Знаете, сейчас uh -huh. модно не любить туристов, но я люблю туристов. Uh -huh. Я люблю места, где много туристов. Я люблю туристов. Потому что э, люди, которые живут здесь, у них обычная жизнь, у них проблемы, у них работа, они болеют, может быть. Они идут на улице. И они, а, ты видишь, у них написано на лице, что у них проблемы. И uh -huh. что... Он, 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 и туристы, у них... Сейчас отпуск, может быть это один месяц или в Америке две недели, mm -hmm, когда да. человек отдыхает, он поехал смотреть что-то интересное, он не работает, тратит деньги, он веселый, счастливый, и я всегда мне нравится такая атмосфера, я всегда думаю, покажите мне туристов, я хочу видеть много счастливых людей. Mm -hmm. Так. А да. вот да, вы, э, я не похожа на вас, потому что я как нарочно убежала из своего родного города, и я не очень хочу туда <свращаться> возвращаться. То есть, кажется, вы скучаете по своему родному городу, а я, я нет, я очень люблю, где я сейчас живу. Вот. А откуда вы убежали? Из штата Юты. Вы знаете его? А, ага. Да, то есть, да, у нас а, очень. Да, потому что у меня в школе, у меня в школе в Петербурге к нам ездили студенты из штата Юта, из Солт-Лейк-Сити, mm -hmm. э -э изучать русский. Mm -hmm. да. они были мормоны а, и вот мы и работали с ними, мормоном. очень хорошие студенты были. Но потом, к сожалению, вот это тоже один из симптомов был, да что все меняется, что ситуация меняется. Несколько лет назад им больше не давали визу, uh -huh. и они больше не приезжали к нам. Ну хорошо, да. это было очень uh, приятно с вами говорить об этой теме, и у нас будет еще два видео. Uh, спасибо вам большое. Как я уже сказала, спасибо. я оставлю информацию о, о Станиславе и его программе, все в описании. И, как я уже говорила, скоро будет еще два видео с ним, где мы будем говорить о его школе, о типичной неделе в его школе и также о его со советском детстве, и это будет очень интересно. Ну, хорошо, это все на сегодняшнее видео, спасибо. Спасибо что за пришли. компанию. Да, пожалуйста, спасибо вам, Станислав. Это все, до свидания.